Столица одной из самых музыкальных держав мира на фестивале органной музыки будет представлена впервые. Концерт на сочинской сцене для итальянца Маурицио Карацци станет также дебютным на курорте. В Сочи известный музыкант и профессор приехал сегодня ночью и только ознакомится с сочинским органом. И с нетерпением ждет встречи с российской публикой. Я впервые приехал в Россию и впервые буду выступать здесь, в Сочи. Но я вижу этот прекрасный орган, этот замечательный зал, и я думаю, что концерт пройдет просто великолепно. В Сочи органист из Италии исполнит произведения французских романтиков и итальянских композиторов Россини, Босси, Виталини и, конечно, творения великого Баха. Концерт Маурицио Карацци состоится уже в это воскресенье. Добавлю, фестиваль органной музыки открылся в Сочи 14 июля. На сцене уже играли музыканты из России, Польши и Германии. Впереди концерты с участием органистов из России. Закроет фестиваль 18 августа Надежда Юрийчук из Украины и Сочинский симфонический оркестр.